сенсация, это уже супер сенсация, это абсурд. Как говорят. Sa loob ng dalawang dekada ay hindi nakatikim ng talo ang Meksikanong si Humberto Gonzalez alias Chiquita. Halos lahat ng kanyang mga katunggali na nanggaling sa iba't ibang bansa ay kung hindi nagawang sumuko ay literal niya itong nilampaso sa ibabaw ng lona. Nakapagtala ito ng 30 sunod-sunod na panalo, walang bahid ng talo at 25 nito ay tinapos via knockout. Kaya noong kanyang tune-up fight, bago harapin ang isang undefeated at sikat na champion na si Michael Carbajal, tila namili ito ng buksingerong pagpapraktisan. Agad pumasok sa isip nila ang Pinoy na tubong Cebu City na si Rolando Jojo Pascua. Binansagan pa nga ito ng mga Amerikano na unknown boxer dahil unang salta pa lang ito sa Amerika. Bukod pa dyan ay hinuhusgan pa ito ng husto na walang maibubuga at hindi naman daw ito hard puncher. Ang hindi nila alam, kahit patpati ng ating kababayan na ito, kasing tigas at kasing bigat naman ng semento ang mga kamao at kasing tibay ng bakal ang katawan. Animo'y nagbibilang na ng sisiw itong si Humberto Gonzalez. Inikisa na nga ang pangalan ng Pinoy sa listahan dahil sigurado na daw ang panalo. Ang hindi nila alam, ang ating kababayan pala ang itinakdang maglagay ng mantsa sa malinis na kartada ng Meksikano. Si Humberto Gonzalez noon, mga idol bossing, ay may kartadang 30 panalo, walang talo at 25 nito ay tinapos via knockout. Samantalang ang ating kababayan naman, mga boss, ay may kartadang 24 na panalo, may 5 talo at 8 nito ay tinapos via knockout. Huwag na nating patagalin to, mga idol bossing, bakbakan na agad. Фаворитом здесь считался, кстати, два левши у нас в ринге, явным фаворитом считался перед боем Умберто Гонзалес, а вот чем все закончилось в ближайшие несколько минут. Гонзалес свой пояс защищает, он в Корее победил корейца по очку, вот. Мягко скажем, первый раз будет вот пропускать Паскуа на отходах сумасшедшими ударами. Причем 24 нокаута. Представьте себе. Такой маленький. Раз за разом Гонзалес нарывается на встречные удары соперника. У него на один бой меньше проведено и намного скромнее его послужной список. 24 победы, 5 поражений. Побед всего лишь 8 нокаутов. Именно поэтому считался явным фаворитом Умберто Гонзалес. Казалось, никаких проблем у него не будет. Что обращает нас к передвижениях по рингу Роланду Пас года в городе Инглвуд, штат Калифорния. Умберто Гонзалес, чемпион мира в первом наилегчайшем весе. 49 килограмм. Шестой пояс против. Мало что получается. Пока он был подвижен, пока вот так перемещался и работал на отходах, у него очень все здорово получалось. Как только он остановится, тут его, конечно, уже Гонзалес съест. Пускай. Боев, вспомнить хотя бы его 3 боя против Хала. Один из боев стал лучшим боем года. Правильно помню. Ну и там. Еще и пояс IBF завоюет. Здесь пояс WBC. Всемирного боксерского совета. А ну, его уже пошел открытый размен. Он не боится, что удивительно, не боится филиппинец идти в размен с самим Умберто Гонзалесом. Попал сейчас очень жестко справа. Ну, публика, конечно, в восторге. Публика в восторге.
Мексикан. Исад, конечно. Просто короли вот в таких размерах. Да, там рассечение. Рассечение у Умберто Гонзалеса. Любой можно продолжать. Но тут уже надо рисковать мексиканцу, потому что вполне он может из-за рассечения бой проиграть. Ну, врач остановит бой. Уже в открытую руку бросается Гонзалес. Что, в общем-то, неудивительно. Удивительно, что Паскуа принимает этот открытый бой. Хотя он, конечно, все же видно, поумнее действует, старается на отходах работать, ходит дырками. Бой, конечно, очень красивый, очень зрелищный. Очень красиво. Достает Гонзалес. И просто непонятно, как тут не упал Паскуа. Такую серию выдержал, да, у них? 29 боялся, но поражение только по очкам. Последний. Ну, как сейчас. Что они делали лучше всех, это шли и ломали, рубили соперника. Будь то удары по корпусу или по голове, но немножко... То есть, что называется, плана Б. Чисто никогда не было у мексиканцев. Сумасшедший бой. Сумасшедший бой. Сколько же нахватался. Провел свою серию и сразу или клинч, или нырком ушел. Донатом не дает себя прижимать. Почти никогда. Опять ввязался. И ведь точнее Роландо Паскуа. Вот что удивительно. Он точнее, он больше попадает. Вот что удивительно. Ой-ой-ой-ой. Гонзалес-то... Тише перед бурей. На выходе из клинча Паскуа опять попал и снова попал вправо. И левый боковой, и справа попадает. Ну, да, тут комментарий такой, сидеть и внимательно. Шестого раунда. Ну, великолепен ведь Паскуа. И гораздо... И вот так вот он роняет самого Умберто Гонзалеса. Вот это да. Но это уже не просто сенсация. Это уже супер сенсация. Это... Абсент. Как говорят в Северной Америке. Нокаут. Роландо Паскуа, у которого в 29 боях 24 победы, но всего 8 нокаутов, нокаутировал самого Умберто Гонзалеса, стал чемпионом. Ну, уже в следующем бою. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon, mga boss. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi kang ma-notify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay, ingat po, and God bless!